Viewer discretion is advised. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юрий Хованский, и сегодня мы будем играть в весьма и весьма необычный экономический и политический симулятор. Мы будем играть, попытаться удержать Советский Союз от развала. Игра называется «Кризис в Кремле». Игра очень старая, 91-го года, досовская. Можно играть за Лигачева, это такой хардлайнер, продолжатель идей партии, за Ельцина, который, несомненно, развалит Россию, и за Горбачева, реформиста, которого я, очевидно, и пикну для того, чтобы спасти Советский Союз от развала. О, кривда. Ну, блин, пропустил, там ведь про меня. Дорогой, вся деревня, да-да-да. Да, кстати, друзья, тут все по-английски, поэтому я могу иногда ошибаться. Не то, чтобы у меня был совсем хуёво с английским, просто... О, звуки включил. Мой английский лежит больше в плоскости переводов стендап-комиков, а не в экономических симуляторах, поэтому я могу путать какие-то понятия, типа... Может быть, мне поможет мое недоэкономическое образование? О, TV News, давайте посмотрим. Та-дам! Показывает про меня что-то. Да-да-да. Все, пиздец, Советский Союз побеждает. Заебали, все, вести из гниющего Запада нам интересны. Мы будем удерживать союзные республики, главное. Не выпущу нахуй никуда Украину. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что же делать? Денег, еды нету. Что же делать? Как это так? Такая большая страна, куда все профукали? Где все столько пастбищ, хуязбищ? Безобразие, просто... Имена, что такое? Почему не включены? О, вот, отлично, стало лучше. Так. Директор КГБ. Рассказывает мне образцы уличного юмора, бла-бла-бла. Если мы возьмем 20 атомных бомб и 20 костюмов в Соединенные Штаты, мы можем... Победите, ха-ха-ха, где мы возьмем 20 костюмов? Ну да, нищий. Коммунизм, как быть слепым в темной комнате, гоняться за черной кошкой, которой там нет, и кричать, что ты ее поймал. Замечательно. Очень смешно. Расстрелять, я считаю. Что это такое? Почта СССР. Да заебали своим, блядь, юмором. Я понимаю, что... я вынужден даже в игре переводить все. Да-да-да, думал, американская собака, думаю, все будет лучше, советская, да. Миска пустая, но теперь... Миска все еще пустая, но теперь поводок стал длиннее, и нам разрешают гавкать. Ну да, понятно, гласность, вся хуйня. Все, заебался, не... Пиздец, что это такое, нахуй? Я управляю страной или слушаю, блядь, Джимми Карра? Что такое? Да-да-да, ассистенты, да-да-да, угу-угу. Мне объяснили, короче, что нельзя принимать сразу кучу всего. Что мы уберем? Я считаю, что вот свобода современной демократии, она как бы уж слишком много мы даем свободы слова, мы все-таки собираемся удержать. Хотя здесь 6, это неплохо. Так, здесь у нас государственные... Что поставим, друзья? Я даже не знаю, честно говоря. Гражданские права. Увеличим или снизим? Блять, вот не знаю. Давайте-ка попробуем, знаете что? Более становиться милитаризованными, потому что нельзя развалить армию величайшую, что она же НАТО впереди, вся такая хуйня. Опасно. Стиль правления. Ну, чуть-чуть я должен все-таки стать... более влиятельным. Остальное пока оставим, будем менять по мере того, что будет нужно. Я просто пока не очень понимаю, что это такое. Ничего себе. Хелден, нет, все, пусть отправляется мне прямо на... прямо сюда. Я не намерен быть хреновым каким-то. Я все буду читать, да-да-да-да-да. Ну, пиздец, кто-то недоволен. Кто-то недоволен, пиздец. Ну, конечно. Блять, ну я же просто...
Так, хорошо, министры, что предлагают? Трубка. Да-да, сельское хозяйство. Угу. Принять, добавить. Хорошо, давайте, что у нас за план? Increase amount... Частное... Частное фермерское хозяйство. Оно, по идее, должно... Потому что, ну, блять, колхозы же за хуйня. Давайте, как бы, умеренную примем версию. Такую вот, как бы, чтобы не так, не так. Да-да-да. Эксперимент. Вот, да, проведем какой-нибудь эксперимент. А вот что-нибудь интересное и случится. ТАСС. Министерство пропаганды. Коалиция говорит, что мы не можем... Та-та-та, пока мы не будем критиковать себя. Блять. Предположили, что... Предложили нам гласность. Как нам ответить на их инициативу? Будь гласности, друзья, я не знаю. Все-таки. Нет, это уж слишком радикально. Притвориться. Отлично. Вот, пусть говорят про другие страны свободно, но не про нашу. Я считаю это отличной свободой. У меня подобная свобода слова на канале. Президент, да-да-да. Все. Про западный мир загнивающий, вот про него и говорите. Что тут у нас есть? Пятилетка. Рост. Ну, замечательно. Все в порядке, значит, не так уж и сложно. Что делать-то дальше? Сентябрь, 85-й год идет. Так, это все мы приняли. Замечательно. Бюджеты. Что у нас такое? По рублям. Так. И что делать? Ну, добавить, что ли, немножечко? Давайте, что такое, потратим чуточку. Ну, давайте для начала 20 добавим. Не знаю, что это миллионы или... Ой, минус 20! Не-не-не-не-не. Плюс 20. Вот так вот. Вот так-то! Дал 20 лямов. Только так! С безработицей вроде все в порядке. Замечательно. Давайте посмотрим, друзья. Что у нас? Сейчас 263. Министерство рекомендует 392. Хватит ли нам лавандосов? Здесь 180 рекомендует 192. Здесь 75 рекомендует 78. Здесь 241, здесь 253, здесь 209, здесь 209. Да никому не хватает! Никому бабла не хватает! Че ж делать-то так, тогда? И тут не хватает денег! И тут денег не хватает! Пиздец! И что мне делать? Где бабки-то брать? Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ух. Даже не знаю. Давайте, наверное, поставим... Прежде всего, сельское хозяйство. 392. Вот так вот. Оп! А где в итоге написано? Это самому складывать? Не знаю. Давайте-ка попробуем... По войне не ударить в грязь лицом. Здесь пусть будет 31. Интересно, можно с клавиатуры вводить, а то мне не очень удобно. Здесь 473. Да, замечательно. Может, на всех денег хватит, друзья? Может, я такой клёвый, всем-всем-всем дам деньги, и все будет хорошо? Нет, куда-то денежки... А, нет, все в порядке. Будем занимать. Ну ладно, остальное это уже херня какая-то. Вот так вот утвердим бюджет. Что у нас? Резервы. Минус 164. Это плохо. Не похоже на резерв. Скорее долг какой-то, блять, а не резерв. Резерв обязательств долговых. Замечательно. Президент молодец.
Что тут у нас? Как покликать и посмотреть, что в стране происходит? Ёлки зеленые, какая же большая страна. И Монголия, тут и Германия. Кризисов вроде никаких нет. Журнал. Ну, надеюсь, ничего страшного я не сделал. Личное дело. Та-та-та-та-та-та-та-та. Президентский конфиденс. Вот он, доверие, недоверие. Мне утверждено 79 за меня. 17% не одобряют мою деятельность. Ай-яй-яй-яй-яй. И 4 человека. Как посадить тех, кто меня не одобряет? С новым 1986 годом. Хочу посадить тех, кто меня не одобряет. Та-та-та-та-та-та-та-та. Алкоголизм. Угу, негатив. Антиалкогольная кампания. Блин, ну это не круто. Антиалкогольные кампании никогда ничему. Я считаю, что нужно просто поднять цену. Я-то себе куплю, если что, бухла. Да, но теперь все будут пить, блядь, одеколон. Ну, пиздец, по стопам Горбачева. Бля. Взял и поднял цену на алкоголь. Что я за человек такой вообще? Опять. Что ж делать-то, ребята? Где мне еду-то взять? Да-да-да, обнимаю, мама. Комрад Сталин, was in power. Да ну нахуй, бред какой-то. VCR. Что это такое у нас? Это что такое? А, понял. Господи помилуй. Ладно, тоже мне кризисы. Уф. Что ж делать-то? Не знаю, друзья, что делать. Но пока все неплохо идет. Второй год. Держусь. Не выгнали, значит, уже хорошо. Еды не хватает. Как бы еды взять? Я вот не понимаю. Вот кликнуть бы на... Ну вот же репорт. Ну вот он. Ну сделаем что-нибудь. Добавлять что-нибудь интересно. Так. Может, приватизацию провести? Поможет или не поможет? Черт его знает. Рабочую неделю увеличить. Блин. Да, давайте все-таки мы немножечко... Ну, вот хотя бы так поставим. Рабочую неделю. И рынок. Нам нужна рыночная экономика все-таки. Мы не сможем так просто... Попробуем все-таки в рынок немножечко удариться, заставить людей работать, и несколько ограничим контроль все-таки. Мы же рынок устраиваем, в конце концов, нужно же как-то контролировать. И все-таки более чуточку враждебным надо быть, мне кажется. Че, опять вот у меня недоверие какое-то? Чернобыль! А точно, какой же там... Бля, Чернобыль, мужики! Че же делать-то, блядь? Внутренний... Блин. Принять помощь. Ну да, не помешало бы, наверное, хотя... Италия. Ладно, наверное... Что должен делать хороший? Или наоборот, показать все-все-все со всеми подробностями людей? Не знаю. Давайте все-таки примем гуманитарную и технологическую помощь, но не будем все-таки уж
все разглашать как-то. Это неправильно, мне кажется. Пусть потом про это документалки снимают. Да-да-да. Ну что, меня еще не выгнали? Болгария. Пятилетка. Блин, а почему так упал? Ай. Ладно, к черту. Эти графики мне ничего не дадут, на самом деле. Я смотрю их просто из... А! Пропустил! Блин! Жестокая игра, только кликаешь и сразу же убирает. Да, ваши слова тронули сердца сами. Как это? Не понял. Экономика не нравится? Ну, наверное, переборщил, да. А, хорошо, хорошо, хорошо. Вот так вот поставим все-таки. Окей. Вот, ну вот, чуточку я переставлю. Как бы, будем более сдержаны, дружище, я тебя понял. Мне... Прямо сейчас падает какая-то продукция. Ну, это ж не кризис. Ну, окей. Что вы вообще меня беспокоите своим безобразием? Давайте, там, где нужно мое решение... А, я же сам выставил, наверное, все показывать. Ну ладно, проживем. Главное с едой разобраться. Я вот так и не понимаю, откуда мне взять еду. А, точно, поставлю-ка я... Ничего у нас нету больше. Ни копеечки. Да что ж такое? Да-да-да, мастейк, тейлдых, кроник. Да-да-да-да-да-да-да. Замечательно. Ну, блядь, опять зерно будем в Канаде. Не знаю. Ладно, давайте попросим все-таки. Еды нет, нам должны помочь. Соединенные Штаты ведь не такие плохие. Почему в игре музяки нет? Не понимаю, что-нибудь типа гимна какого-нибудь, даже... CNN, GNN, ну да, мы поняли. Да-да-да. Здорово. Замечательно. Так что в итоге-то? Где еда? Почему она не появляется в этом квадратике чертовом, блядь? Так, и бабу... Нет. Так, ну тут... Как это? Мы же не можем экономить на сельском хозяйстве. Блин. Пусть 450 будет. Нету денег! Нету денег! Что же делать? Так, ребята, давайте здесь 180. А здесь все-таки мы что-нибудь 4... Хотя бы 423 сельское хозяйство. Не хватает! 415! Ну, 414, замечательно. Сколько у меня свободных? 7? Хорошо. 7 и добавим. Не 414 будет. А 421... Блин, 120... 421. Так, что еще убавить? Солдаты. Опять не хватает. Тут не хватает! Ничего не хватает! Здесь 137. Что так много? 120. Все-таки. Хрущевки нужно строить, всякую хуйню. Солдат вообще нельзя сокращать. А оружие так тем более. Сколько у нас? Ладно, это лучше, чем ничего. Вот так-то. Ничего себе! Что есть в странице? Ёбаный по голове! Как же их много! Нахуй! Ебать!
А тут вообще тратится пиздец 48 на всякое говно. Типа бюрократии, на ветеранов целая единичка, пиздец! Что такое-то? Так, это все не круто. Здесь теперь отныне 2. Здесь тоже 2. Либералов, ну, 3. Ага. Военная, блядь, 4. Солдаты. Ну ладно, оставим ветеранов, тоже можно не трогать. 5, ты чё, охуел? 2. 4, всё-таки безопасность, учёные техники 4. Интеллектуалы, артисты 3. Медиа, пиар, пропаганда 4. И у меня экономлено 14 на балансе, которые я могу куда-нибудь потратить на максимуме. Только в бюджет не хватает, ладно. Так, у меня осталось еще 14, куда я их могу потратить? На оружие, нужно ли так развивать оружие? Нет, в первую очередь тогда 427. У меня осталось 8, их вложу в оружие. 487. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Утвердить? Спектрум холобайт. Так. Ну, наконец-то, еда до трешечки поднялась. Экстремист Radical Policy. Замечательно. Ну, видите, выправился как-то. Да, походу, короче, недовольны тем, что я урезаю, или... Обеспокоены. Блять, вся экономика пострадает. Да как же так? Ай, много вычел. И денег не взять ниоткуда. Да покажите мне бюджет. Где? Ну все, теперь пиздец, друзья. Вот называется, пытаешься сделать лучше. Да, еще больше людей меня не любят теперь. И больше людей во мне сомневается. Ну и пидоры! Бюрократические... 12%. Волонсен... Блин. Чё-то я зря, наверное, полез так... ...квыряться. И вас с Новым годом. Ну что теперь? Что вы пристали-то? Забастовка, нихуя себе, в Сибири, блядь. Что ж делать? Давайте узнаем, чего они хотят, собственно говоря. Вот так-то нация, основанная рабочими, не может игнорировать. Все правильно, я классный. Я ведь хорошо все делаю? Или опять... Они же денег попросят, блядь! Может быть, они рабы, и они будут довольны? Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и чё они? Нихуя себе резервы, минус 628, пиздец! Как так? Министерство иностранных дел не звонит. Политбюро! Нет, что за херня? Давайте посмотрим, какие варианты будут. Так, что же делать? Не хочу я уходить, вы чё? Блин, купить поддержку это не круто. Ага. Будем сражаться за свои политические предпочтения. Наверное, плохая идея. Где был пункт убить их всех?
Интересно, чем закончится мое приключение в роли генерального секретаря? Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Как только мы наберем 10 000 лайков, ты сразу же увидишь продолжение.